погода у нас не перестает, метет. Вот эта Железневская сторона, передняя Железнева был. Участок, второй участок был. Фермы, все, мастерские, мехтоки, все разрушилось. Вот езжу сюда на проверку, с проверкой домой, на пасеку езжу. Там все поля эти обрабатывались недавно еще. Сейчас все, тайга уже здесь. Вот приехал до дома уже. Как это, километров 50, наверное, проехал. Вот тяжело ехать. Еду на второй. На первый, то есть на первый. На второй идет что-то как-то. Плохо идет. Вариаторы плохо работают. Снег, кстати, пухлый, на ремень летит, похоже, ремни буксуют. Все тяжело, все обмерзает. Вот так что попало. Два бобра, один бобр лежит. Попался. Капкан стоял на, ну, наверху на плотине. И он запутался и, ну, как бы, не остался. Не утонул полностью. Верхушка торчала. И сороки всю шкуру задрали. И как бы простой капкан там утонул, а этот стоял проходной на плотине. И вода упала на плотине. И он стал как бы высоко, не затопил его. И бобр залез. Вот, печушки какие-то, сороки, наверное, то ли. Всю спину искривали. Так что идет сейчас. На шкуру уже не пойдет, но собака мясо. Чтобы я. А тот первый-то выбросил далеко от дома. Возить его, груз такой. Тяжело очень ездить. Вот так вот. Петелевов. Видел много, и лунок много видел, ну, пока еще не ехал, все, время не знаю, день. Работает, стоит на них, смотрим. Позвонил мне, я дозвонился ему. Так, времени, второй час пока еще. Вот. Мы где-то в Петелево должны в лунки залазить. Если все получится, поснимаю. А так пока проехал нормально. Куничка попала, пару бобриков. Застегнули. Неохота весь обмерзает. Ну, плохо ездить, не удовольствие. Погода не перестает, метет и метет. Снег, снег упустили. Тут не сам метр, наверное. Тяжело ехать. Ладно, что будем делать? Сейчас немножко передохнем, наверное. Может где-нибудь еще удастся Петелево. Нарваться на Петелево. Там еду, еще посмотрю. Я нормально заеду там в лесу. Ну как, низина в лесу, натопленные бобры. Хату такую отстроили. Не знаю, получится, не получится заехать. Если все нормально, попробую заехать, снять там эту хату. Так уже времени, уже после обеда до дома ехать 50 километров, ехать очень тяжело, бензин осталось 15 литров, больно раскатываться не буду, но тяжело идет неохота, на первую еду. Ладно, еще сниму, покажу интересного, не будет интересного, не сниму. Ладно, не забывайте подписываться. Смотрите, не переключайтесь. Есть кое-что интересного. А я поеду дальше. Всем удачи. До новых встреч. Сейчас сходим, посмотрим, как у нас енот поживает. Снежку у нас опять подкинул, будь здоров. Где лазил тут дороги? Непонятно.
нору пристроили. Ох, доберешься до нее. Даже... Где она находится, да? Тяжело найти. Просто что? Нету. Нет, только нету. Капкан стоит. И оно-то нет. Повезло ему. Где-то, значит, он в другом месте забрался. Ну ладно. Кому я легко? Надо с водой очистить немного. Кое как вылез. Сейчас снега немного почистим, чтобы воду впитало немного. Душу отдать можно это. Ух, кое-как вылез. Тяжело. Бобров я не снимал, но сегодня снял. Ладно, бобра пока какой. Вот она, зверюга какая. Там из этого и стоит дома не сидеть, ползать по этим сугробам. Снег всю воду впитывал, и он был практически вот полусухой. Опа. Вот так вот. Снег у нас вот, примерно. О, тяжелая эта работа. Вот баланс, баланс уже есть.
как ехать? Горе, зачем ехать? О. Вон она как. У нас красоты такие. Ладно, сейчас немного обдует, поедем дальше. Вот идем проверять снова капкан этот, который в тот раз мне удачу принес. И вот след куницы уже подзаметенный. Направляется прямо к дереву. Вот так, видите? Раз, 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 раз. А, побегала, побегала, побегала. И туда на дерево. И сидит. Вот она. Радость-то наша. Такой момент. Очень это даже нужная штука. Это же хорошо. Да. Хорошо сработал. Я аж тут следов-то не было вроде. А сейчас вот, вот уже попало. Это очень хорошо. Вот тут бегал. Свет вот туда высоко поставлю. Эти горностаи вроде не лазают туда хорошо, а там низко, везде горностаи ползают на шаги, как направлено. Значит, у меня приманка правильная стоит. Сразу направление оттуда, оттуда направление, и прямо мне в капкан. Да, хорошо. Ну, конечно, есть, вот мы по дережке уже шубинки, как стальные стали. Я сам-то весь уже. Ладно, вот костюм хороший. Уже, конечно, старый. О, хорошо. Сейчас вот тетерево хотел поснимать, подъехал. Нифига, штук, наверное, 30 было. Все вылетели далеко, метров 100, наверное, от меня вылетели. В деревне сидели. Ладно, отвязываем капканчик и ставим другой. Тут все равно сейчас, наверное, уже замерзло, пойди, ничего. Перебить. Не, страшно, как бы не сломать лапу и что. Ладно, лучше принесу капкан другой, чем привяжу. Надежнее будет. Ладно. Сейчас капкан принесу другой, поставлю. Вот бобровая хата. Ну, не свежая уже, наверное, проросла. У меня хрустит тут, похоже, лед. Видно, что-то похрустывает, как бы не искупаться тут. Пятик какой, такую кучу натаскать надо. Похоже, все затоплено, вся низина. Ну, вода что-то ушла вроде, меньше стало. Вот какая хата. Там плотина огромная. Ладно, что-то сейчас воды, похоже, мало. Вот, смотрите. Вот я стою, вот плотина, хата. О, работает. Там коряк, где натаскали что-то там, как бы пустоты кругом тащили. Не искупаться. Сейчас не находится, заехал, что-то страшновато. Вон, плотина-то здоровая. Ну, похоже, что-то она размыла, еще ли ушла вода-то наполовину. Может, бобры уже здесь покинули. Уже все засохло, грызть-то, наверное, еще. Перешли куда-нибудь. Пусть ручей-то вон бежит дальше. Промытый. У меня вот такую кучу надо таскать. Всю низину затоплена была, вот все засохло. Больше 2 метров высота. Вон ручей тут. Ну, нормально. Ой, снегу сколько. Красота.
Ладно, поедем дальше. Вот тут остановился, посмотри, показать вам, какой капр вырос на березе. Вот эти шкатулки делают, инструмент всякий, ручки, вот некоторые ручки для ножей делают. Интересная штука. Вот сколько высоко вырос. Такая штука. Ой, погода горек. Тут некуда поменьше в кустах-то. Так ехать невозможно. Ремень все снегом залепляется, летит двигатель. Ой, все отмерзает. Все тает туда, похоже, вода летит. Камера не запутила. Ремень все, вот, немножко разгонишь, все едет вроде. Чуть немного как снегу поймал, так все. Все, ремень буксует, пробуксовывает, дергается. Горе какое. Ну ладно, все равно. Еще домой километров около 15. Ладно. Красота у нас, конечно. Я бы так бы напрямую уехал. Вон там бобр у меня лежит. Надо за бобром заезжать. Бой. 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 Бойко. Бой, скажи ау-ау-ау. Скажи ау-ау-ау-ау. Ну-ка, скажи ау-ау-ау-ау. Бойко. Бой. Скажи ау-ау. Ну-ка, скажи. Давай, бой. Ау-ау-ау. Скажи. Ну. Голос. Чего? Голос Бойко. Давай. Ау-ау-ау. Ну-ка, давай. Ну. Чего? Бой. Мясо тебе привезли, давай. Ау-ау-ау, скажи.